Значит, вчера 20:25 поступил раненый боец. У него осколочное ранение лица, шеи, плеча, конечностей. Перебита барабанная перепонка. У него потеря слуха, акубаротравма. И пострадали очень глаза. Со слов, он получил ранение, будучи на боевой позиции, шел, момент взрыва не запомнил, но это была точно не перестрелка, это, скорее всего, какое-то взрывное устройство, которое оказалось возле него. Ему оказали помощь в реанимационном зале, сделали компьютерный томограф, достали осколки, которые были на поверхности кожи, недалеко вшедшие в тело. И в настоящее время он находится в реанимации политравмы. 24 человека находятся на лечении в больнице Мечникова. Шестеро в реанимационном отделении. Двое крайне тяжелых. Один 62-летний мужчина. Проводит диализ сложный уже больше 40 часов. Его состояние мы расцениваем сегодня как крайне тяжелое, по сути, с переходом критическое. Все больные, которые возрастные, я еще раз хочу обратить внимание, которым больше 60 лет, у нас именно эта группа явно выделяется. Огромная просьба, берите себя обязательно при любых походах в магазин или в кассу, или в социальную защиту, обязательно маску. Выздоровлять крайне тяжело. Четыре отделения наших временно закрыть, а другие будем госпитализировать в старых юридических вопросах. Вот такая ситуация, друзья. Она не радостная абсолютно. Не знаю,